Ну, день первый. Мы приехали на промежуточный лагерь. Сейчас будем двигаться в сторону базового лагеря. Вот. Сейчас мы смотрим на немецкие позиции. Ну вот, собственно, наша экспедиционная группа. Александр Павлович, сделайте торжественное лицо. Ну остановитесь, остановитесь, Александр Павлович. Я сзади. На работа. Вот еще тут товарищи. Леха привезет, не надо. Так у нас большой глубинник. Ну-то и тащить будешь, берем. Ну и вот. Ему звонили, кстати. Ну и главный участник. Он сам звонит. Главный участник экспедиции. Сейчас все закрою, я не разобрался. Не чудо. Снято. Вот она вот так вот вымощена вся. Ну вот что тут скажешь. Вот мы по одной из древних дорог, вот по ней забрались наверх. Параллельно нам идут еще три дороги. И если рассматривать... Ну вот да, мы... Витек, а мы же как раз над скалой, пронеси Господи. Вот, кстати. А? Игровые площадки. Не знаю, там дорога замечательная. Внизу? А как они? Ну, они объехали, наверное, нет? Да, ну, вообще, смотри. Какой там, пронеси Господи, там отличная дорога. Всегда тут бегали, ездили. Где? Вон там. А. Скала-то там. А, вот же, вот как раз мы и над ней. Ну, видишь, я же тебе говорю, это та самая дорога, которая над скалой, пронеси Господи. Ну вот. С той стороны я, конечно, и тех не смотрю. Там сверху отсюда. Вот. Сейчас я ее приближу. А это смотровые площадки. А ребята там спокойно вот по дороге проехали. Вот, кстати, дорога, которую немцы назвали Адольф Гитлер Век. Вот кусочек выложенной дороги. Вот так вот она выглядит.
Камешек к камешку. Это уже другая дорога. А вот это немецкая технология, потому что они использовали цемент. Вот. Ну вот, ручей выложен камнем. Историк снимает, как ручей выложен камнем. Наш сегодняшний первый выход с Лехой. Леха стоит на камне, смотрит вдаль. Вот. На острова на эти мы обязательно сходим на лодке. Потом еще сходим в тот край. Ну и все, в общем, по плану. Куда понесет, туда и сходим. Все. А это была, походу, растяжка немецкая. Козы какие-то. Там железо вообще просто. Там мины в основном. А мы их прошли. Ну вот. И что здесь делает вот это дерево? Для общего фона покажу деревья вокруг. Думаю, все увидели. А вот это дерево какого хрена тут делает? Вот. Очередная кладка, причем тут сложно понять, немецкая она или нет. Ну как, у немцев все-таки, причем это просто стена, это стена, а дальше там развалины. Сейчас я пойду посмотрю. Час ночи.